форум «Спартел» в Монако – это своеобразный спортивный аналог Давосского экономического форума. Каждый год сюда приезжают представители крупнейших СМИ, спортивных компаний, а также известные спортсмены. Корреспондент Евроньюс встретился с прославленной бегуньей Полой Рэдклифф, которая также получила известность громкими антидопинговыми высказываниями. Мы на выставке «Спартел» в Монако, где ведут бизнес и заключают сделки. А каким проектом занимаетесь вы? Моя личная цель – подготовка и выступление на Нью-Йоркском марафоне. Я также работаю с новосозданным отделом целостности легкой атлетики, который занимается защитой чистых спортсменов и работает над возвращением доверия к спорту. В этой связи прокомментируйте ситуацию с допингом в последние годы. Вы были в числе самых активных критиков того положения вещей. Что думаете об этом сейчас? Against this kind of attitude. What do you think about that now? Мне кажется, мы добились большого прогресса. Сейчас гораздо больше людей готовы бороться за чистоту спорта. Сами спортсмены, люди, которые их представляют. Люди начинают понимать, нужно иметь доверие к тому, что мы видим. Нужно уважать право чистых спортсменов бороться именно с чистыми соперниками, иначе у нас не будет сильного спорта. Нужно восстановить базу, и тогда у нас снова будет прекрасная легкая атлетика. В этом году «Спартел» также посетили такие известные спортсмены, как Новак Джокович, Марат Сафин, Луиш Фигу и Клаудио Кьепуччи.